Здравствуйте! Сегодня я приготовлю простейшую яблочную шарлотку. Не забудьте подписаться на канал и включить уведомления, чтобы первыми получать сообщения о новых видео. Приятного просмотра! Форму выстелить бумагой для выпечки с антипригарным слоем. Нарезанные кусочками яблоки мягких сортов соединить с корицей. Вместо корицы можно добавить цедру лимона. Яйца комнатной температуры соединить со щепоткой соли, ванильным сахаром и сахаром. Взбивать на максимальной скорости 4-6 минут, пока на поверхности не будет оставаться четкий след, который не исчезает 10-15 секунд. В два приема добавить муку. Аккуратно перемешать лопаткой сверху вниз. Больше рецептов выпечки с яблоками можно найти по ссылке в описании. Яблоки выложить в форму равномерным слоем. Сверху распределить тесто. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке на среднем уровне без конвекции 35-40 минут. Пирог извлечь из формы и полностью остудить на решетке. Перед подачей, по желанию, посыпать сверху сахарной пудрой. Пирог гораздо вкуснее на следующий день, а подавать его можно со взбитыми сливками или пломбиром. Делитесь этим видео с друзьями, готовьте с удовольствием. С вами была Ирина Подолян на канале «Приятного аппетита».